Позвольте вас поздравить с нашим праздником, Днем поселка Пестяки. Пожелать вам всем хорошего настроения, благополучия, чтобы сегодняшний день у вас остался в памяти только хорошим. Я вас поздравляю на нашей пестяковской земле. Всего вам хорошего, с праздником! И гости нашего поселка. Сегодня я хочу вас искренне поздравить с днем рождения столицы нашего района, поселка Пестяки, и пожелать нашему поселку стабильности, благополучия, ну и, естественно, процветания. А жителям поселка и района мирного неба над головой, сибирского крепчайшего здоровья, успехов, удачи. И пусть у нас у всех будет все хорошо. С праздником! С праздником! Грамотой администрации Пестяковского муниципального района награждается технический служащий ООО «Олимп» Тощего. Приятно провести сегодняшний день. С праздником! Подожди.
внимание, еще одни свежие данные на сегодняшний день. Кому? Я не ем. Даже бухгалтера стоят. Я замечательно. Я воспевать тебя не перестану. И какие дороги в пути. Пользуется спросом продукция. Да. Любят пистяковцы. Шашлыки. Мясо любят. Мясо. Красиво у вас получается. Добрый день, дорогие жители и гости поселка! С праздником вас! С днем поселка! Владимир Михайлович Шевардин! Просим подняться к нам, член жюри! Петрову. Праздник, я думаю, удался. Огородием
Желаю всем нашим пестяковцам здоровья, благополучия, удачи. Самое главное, что надо любить малую родину и быть патриотом малой родины. Я вас всех поздравляю. Хорошо, хорошо, хорошо в моем саду. Грядки все мои ухожены. Сюда приехали. Мы приехали поздравить жителей Пестяков с Днем города. Пожелать всем обязательно здоровья, крепкого счастья. Галина, что вы принесли? Я картошка. Все любят картошку. И вот я ее тоже принесла. Представьте на суд зрителей, что это у вас за огурец такой чудесный? Замечательно! Дай поаплодируем, блин, тень Мурадовой! Это такое я, чудо! Это маленький мой крокодильчик. Настоящий крокодил. Пирожки, скажу, с капустой. Дорогие земляки, поздравляю вас всех с праздником, с большим. Эту песню, она полностью моя, ну, написана как бы и для огородников, и про Жени Шиперскую. Поздравляю вас. Занимает Галина Шиперкина. Аплодисменты! Аплодисменты! И подарок вручается Коробковой Татьяне. Чтоб такие грибы находились в лесу. Русского романса, ну, очи черные. Радоваться будет. Ку-ку. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Давай по столу. Всем здоровья. Счастья, благополучия! Поздравляем вас! Эй! С замечательным праздником! С днем вашего поселка! И пусть у вас поселок цветет! Все будет прекрасно в ваших семьях! Добра побольше! Счастья, любви! И сегодня для вас поет, играет и танцует ансамбль «Очи черные». Исполнилось 70 лет со дня победы, великой победы нашей страны. Вам, дорогие мои, тем, кто прожил эту войну, тем, кто родился в эту войну, эту песню я хочу подарить вам и спеть ее вместе с вами. Я надеюсь, вы ее узнаете. Ненасти и беду любовью отводили, делили пополам и радость, и печаль. Даже седину с тобой мы разделили. Ах, что там седина, пускай блестит, не Roll my